мы и так веселимся. Сюда пойдем или тут к озеру? Или там сначала завернем? Не, ну там мы не проходили-то по тропинке. Ну пойдем тут тогда. Ну пойдем. Да? Пойдем, посмотрим. О, тоже здание-то видно. С аистами. Ну? Ой, ягодки какие-то несъедобные. Папа, куда мы идем? Целый день теперь получается будешь без памяти. Папа, куда мы идем? На парк-пляц? К машине? Почему у нас к машине? Эдуард, пойдем посмотрим, что там. Что, на озере? А вот уж никто ничем не доволен, так что поедем домой. Нет, это мое. Домой поедем или что еще? Погулять хочешь? А? Пойдем посмотреть это. Вон так ходит. Пойдем, вон лебедь плавает. Да? Вот так? Ага. А вон лебедь плавает. А вон еще молодые лебеди. Ты смотри, воду только. Нет, видишь, тут грязь? Блин, ты это в машину потом все потащишь. Тут, наверное, гуси и лебеди вместе плавают. Пойдем дальше? Папа, хочу, чтобы... Не надо ничего бросать. Оставь, оставь, это грязно. Оставь, эту машину не возьмешь. Пошли, сейчас дальше. Мама, чё? Тут должна была перышко зажимать. Это грязная перышко. Ну да, если бы еще стоимость еще входила в эту стоимость билетов, то можно бы пойти туда, там же экстра платить. Куда тебя? В столовую. Мама, я буду с машиной заплатить. Оставайся здесь, а мы поедем в машине. Раз. Это не гусь. Оп, ныряет. Ну, видишь? Другую утку напугать хочет. Папа, смотри, поплыл, вон подойдет. Ну, вон еще одна. А вон еще другая.
А вон еще одна занырнула. А вот еще другая занырнула. Ну? Смотрите, чтобы ваша камера не вывалилась из руки. Потому что если она вывалится, была бы фигня. Ну? Всем пойдем, наши уже ушли. Ой, папа. Че, Полина? Такая синенькая. Да, я хочу еще раз смотреть. Они такие классные нырнучики, да, папа? Угу. А мама с Симкой уходит. Пойдем дальше. Да, пойдем. О, тут можно на кругленький мостик пойти. Папа. А кто-то вон гуси. Смотри. А ты куда пошел? Да? Что-то мы еще ни одной не видели. Ну, еще, а вон олени, смотри, пойдем к оленям вон вперед. Пошли к оленям. Пойдем, Полин, там олени есть. Ура! А вон она есть, видишь, сено у них. Ну? Потому что это дикие животные, тебе сказали. Затаранил. Видишь, как возмущается? О, кусается, видишь? Ну, укусит тебя. За попу его кусил. Идет пожрать. А у вас что, пожрать есть, говорит? Они сейчас травку тем более кушают. Видишь, сколько у них еды много? А вон маленький, смотри, иди сюда, вон. Видишь, маленький вон? Смотрит сюда. Вон маленький смотрит сюда. Опа. Ну? Ну так, давайте. Красуется. Так, давайте, фоткайте меня. Ну, смотрите, какой я красивый. Я такой красивый, коричневый, с белыми пятнышками. Давайте, фоткайте меня. А вон там за кустов вон и все. А вон рогатый за кустов идет. Вон там сколько. Рогатый смотрит уже. Где рогатый? Вон он рогатый. А вот он с такими рогами. Где? Вон там. Ты где он? Папа, я пишу, там в траве спрятался. Ну? Рогатый. Вон он рогатый. С какими рогами? Ну? У него как у жирафа, почти. А вон другой. Опа. Народа куча сидит, как ты туда пройдешь? А, смотри, это эти. Ай, маленькие какие, мякают. Хо. У нас такие же часто вдоль дороги. Вот с рогами пришел для тебя специально. Видишь? Эдуард меня не увидел, вот он я. А, это пожрать принесли, вон, смотри. А, ну. Это... Тимур, смотри, сейчас кормить их будут. Что-то они так все загорцевались. Яблочко. Яблочки им дают. Все заскакали. Смотри, еще один рогатый бежит, молодой. Тигрик, тигрик, тигрик.
Но вырастут, будут как у того рога. Тот старший, наверное, самый. Ну, тут с большими рогами король, а тут с маленькими рогами принц. Вот там еще один. Он с рогом. А, сейчас Нара что-то будет рассказывать. Вот там еще один спасший. Ой, там их куча вон еще в кустах. А это кто-то. Смотри, какой даже темный прибежал. Это же коричневый. Где же он такого нубеляла? Ну, это же черный. А вот еще мелкий. Смотри. Смотри, какой пум. Сейчас бегут. Давай про ракушку тут уже. Еще мелкие бегут. Ну? А-а. Нет. Нет, это моя камера. Будешь кормить оленей, дочь? Тоже не хочешь? Immer mit zwei anfangen. Mach das. Wer möchte denn eine Handvoll Mais? Würde ich einmal mal rausnehmen. Magst du nicht? Aha. Kommt, dann steig das mal aus. Mach du das. Dankeschön. Bitteschön. Bei mir bitte. Ну, это не густо. Стрекай руку на вторую. Просто стоим, ладно, на вторую стрекай. Так, подержала? Теперь можно. Тимка еще не держал. Я попробовать подержать. А все, уже надо было сразу подержать. А камера уже бекленна. Кинь с ним нога. Мы кинем сразу. Тяжело? Тяжело? Крапива. Ну-ка, покажи маму, снимай. О, мою пузо снимает в данный момент. Эдварда посмотри, что он там делает. Тима маленький. Все, оленец поснимай. Сюда иди, только не тряси. Давайте постоим. Вот. Вот так. Давайте тихонько постоим, может кому-нибудь олень подойдет поближе, и у нас близко будет стоять, мы увидим. А то никто не захотел взять кукурузу. Ну, все, вы не взяли, если хотели. Я три камеры держала. Все, пока. У ну, потом тебе такую же купить. Это можно. Сюда на камеру вижу, сейчас снимаю.
А вон... с большими рогами идет. Тихонько стойте, не пугайте его. Потому что они боятся, когда слишком двигаются. А, это зовет, наверное, маленьких. Тимик! Мам, здесь нельзя прыгать. Ну, в принципе, можно, они обезьян. Но все равно они, я наш сказала, стоит, стойте тихонько с протянутыми руками, тогда они подойдут. Видишь, где дети двигаются, туда они не подходят. Папа, дай поснимать. Опять зовет. Кто? Я думала, он так кашляет. Ну, мне кажется, они так говорят. Видите? Там кукуруза, да, это выше травы. Пойдем дальше? Да. Пойдемте дальше. Дальше. Мне нравится. А может, что-то дальше увидим, что-нибудь интересное. Пойдем? А там кто? И там кто-то ну? А там водички что-то есть, наверное. Сима, ты уже снимал. Да? Ну, смотри, как близко к Батоне. Ну. Кто-то чихнул, дергается. Да, они боятся, как они сказали, спокойно. А так это не яблоневый, это желуди. А вот и яблоневый. Деревья позакрывай, чтобы сцепления не обрубили кору. Ну. А вон этот дождь не закрыли. Значит, они его не ждут. Это дуб. А тот дуб закрыли. И то неплохо съездили. В Макдональдс заехали, сюда приехали. Обезьянок посмотри. Нет, я доволен. Да? Ну, я тоже мамка. Мама тоже доволен. Обезьяны, ну, такие. Еще оленей, да? Классные. Вот такие, как... Ну? Только теперь нам надо еще другой еще. Пойдем по Айсу возьмем. С чего? По Айсу? Ну, тут больше нет, тут только погулять. Можно только смотреть на зверей. Вот это груши растут вон. Бабочка даже летает туда. Ага. Это же бабочка выживает, папа. Вот мамулька идет. Все, идем? Идем. Пока я поснимаю. Аккумулятор почти сел. Ну-ка. Тимик. А куда ты пошел без нас? А, тут какой-то проход стоит специальный. Еще одна калитка там. А? Сидят. Ну? Ну? Прям дальше? Пойдем. Тимми, Тимми, беги, 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 беги. Да. Машина сразу, пойдем. Ну-ка, сюда сейчас. Сколько их много?
Я знаю, просто прошел. Сколько их? Сидят. А можно посидеть чуть-чуть. Ну ты еще не дошел до меня. Папа посидит. Что такое вообще?